В воротах первый номер Хуан Сориано. Защита справа 22-й Жереми Мейо и слева 15-й Карлос Памарес. Центр обороны 12-й Серхио Гонсалес и 4-й Хосе Леон. Четверка полузащитников. Удар по воротам, рикошет. Иван Озон на добивании. И не смогла все-таки Сарагоса пробить Хуана Сориано. Тот, похоже, получил травму. Перевод направо. И неточный перевод, потому что мяч перехватывает Пеп Чавария. Пас направо, Борха Сайнц. Можно простреливать на дальнюю штангу. Иван Озон и тащит Хуан Сориано. Но вот здесь уже спасти свою команду было невероятно сложно. И Валентин Вада открывает счет. 1-0. Выходит вперед Сарагоса. Показывает то, как он относится к своему бывшему клубу. И какой след оставил Тенерифе в его карьере. А вот отличный прострел от Борхи Сайнца. В подкате бьет Иван Озон. Альваро Хименес это регулярный игрок старта. Подача на 11-метровую точку. Можно бить. 1-1. Сравнивает счет Тенерифе. Это Шашуа. И на время игра остановилась. Вы заметили, что футболисты Сарагосы будто выключились из эпизода, смотрели за тем, как Шашуа бьет по воротам. И открывается Шашуа, никто его не прикрывает. Чавария опускается назад, поскальзывается. Каредера крученый, летит выше ворот. Отлично подходит ему на синие и белые цвета. Поэтому он не прочь их надеть на себя. А это Сабин Мерино. Плей-офф. И по-прежнему находится в этой зоне. Пас на Озона. Выходит из ворот Хуан Сориано. Озон пытался перебросить мяч через вратаря. И тот валит. Это красная карточка? Нет, это желтая карточка. Аутсайдер. Секунды, которая располагается на 20-м месте. Здесь, разумеется, нужно играть на победу, как и сейчас. Сориано спасает команду, не забивает Нано Месса. Для Тенерифе это, безусловно, потеря очков. Но пока право на ошибку есть. Панферадин на 6-м месте. Отрыв на данный момент составляет 5 очков.